11 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой: чтобы завоевать пальму первенства, человеку пришлось с нее слезть. Написала 10 февраля 2012 года. Ну, вообще, про пальму мне больше нравится другой мой афоризм. Сентенция хохма. Не у всех предки слезли с пальмы. У некоторых явно рухнули с дуба. Уже не помню, когда это написал, но... Не у всех предки слезли с пальмы. У некоторых явно рухнули с дуба.